информация, которую вы сами выложили в интернет. ООО «Экосервис» планирует стать ведущим участником на рынке обращения с отходами. Какой год это был? Ну какой год, я не знаю, но ваш агент этим занимается. Подождите. Мне стало интересно, чем ваш агент занимается, да ведь? Вот. В Северном пусте Удмуртской республики комплексная система включает в себя. У вас комплексная система будет? У нас, вот сейчас подождите, еще раз до конца, чтобы все вы поняли. Первоначально у нас шел полигон ТКО. Поэтому вот эту старую информацию 2015 года считаете. С этого года сейчас вносятся изменения в территориальную схему обращения с отходом Удмуртской республики. Вот в схеме территориальных отходов Удмуртской республики написано, что в Глазовском районе будет построен мусоросортировочный комплекс. То же самое написано. Вот. А почему эти сортировочные комплексы нельзя поставить непосредственно на мусорке на этой? Во, молодец! Да, ну, да какой? Мусорка уже есть. Да, потому... Сейчас скажу. Потому что та мусорка, которая сейчас существует, она сделана не по СНИПам. И там нет ни геомембран, там нет защитной пленки, так называемой. То есть там не проведена экспертиза, потому что та мусорка была сделана еще в советские времена. СНИПы тогда были другие. То есть сейчас там просто свалка не пройдет экологическую экспертизу, геологическую экспертизу, экспертизы. Там не получится этого сделать.